режиссер, шоураннер сериала «Белсата процесс», он называется. Там Ян Троянова играет, если я ничего не путаю. Ну и другие актеры. Ну, конечно, что, и другие. Она Троянова пришла такая и играет. Крутая. Она же крутая. Вот. Ну и режиссер фильма «Чиншины полетели кукушкой». И вообще придумал образ Алены Желудок, если все правильно я понимаю, да? Работал когда-то на Беларусь в фильме. Да, доброе утро вам, Андрей. Доброе утро. Доброе утро, как слышно? Слышно. Отлично, прекрасно. Слышно. Но всю жизнь бы так слышать. А что вы слева в кадре сидите? А я кое-что приготовил для наших телерадиозрителей, чтобы вот так вот подвинуться и... Та-дам! Красота! Красота. Это глобус такой, да, у вас? Плоский. Это наш реквизит из сериала «Процессы», и он же такой макет из нашего клипа «Елена Желудок. Декать и текать». Вот наш глобус. Это глобус. Глобус Беларуси, какие шикарные. Хорошо, хорошо. Вот вы, про процессы давайте, два слова буквально. А как вы Троянову затащили туда? Все-таки такой, я попрошу нашего режиссера, кстати, смотреть за тем, о чем мы говорим, потому что есть некоторые фото и видеоматериалы, которые нам хотелось бы тоже увидеть. Не все, может быть, так на слух, да? Яна Троянов, кто это такая, что это такое? Что это? Да, сейчас мы... Все знают процессы, но никто не знает Яну Троянову. Сейчас мы покажем фотографии. Я надеюсь, если... Ну, смотрели все Ольгу, смотрели... О, Ольга, вот. Да. Вот это из Ольги. Да. Костик не смотрел, наверное, я одна смотрела из нас двоих. Вот это из «Страны Оз». «Страна Оз», замечательный фильм, совершенно потрясающий, несмотря на Куценко. Несмотря на моего нелюбимого актера. Как его фамилия, я забыла? Куценко, что ли? Нет, второй. Какой? А я его не люблю. Ну, такой. А это «Жить». Это же Сигарева, она же муза Сигарева, да, режиссера. Да. Потрясающий режиссер. Такую же женщину упустил. И «Жить», фильм, и «Волчок». А это, Филимонов, да? Актер, да, тоже. Чуть-чуть понимаем. Ну, да. Ну, в общем, Ян Троянов. Вот как вы ее затащили, такой топ этого независимого кино? А я кое-что подготовил, чтобы зрители понимали, что я именно режиссер. Тут написано «режиссер». Вот так будет лучше. Ну да, без кепки, понятно. Какой вы режиссер. Ну, конечно. Были сомнения, сейчас развеялись. Да. Вообще, теперь гораздо лучше стало. И я сначала, перед тем, как рассказать про Троянову, расскажу про сериал «Процессы». В принципе, это сериал, который мы делаем с Мишей Зуем для «Белсата». И мы его придумали в 2021 году, когда сделали для «Белсата» такой мюзикл, новогодний фильм «Чинчины в стране чудес». Да. «Чинчины в стране чудес» Белсату понравился, и мы решили, что нужно для Белсата предложить что-то еще, что-то гораздо большее, чем мюзикл и новогодний фильм, и мы решили, что сейчас самое время для альманаха историй, который мы назвали «Процессы», в честь Кафки и его знаменитого произведения. Мы тогда придумали еще в июле 2020 года историю про то, как в Беларуси закончились тюрьмы для политзаключенных. Потому что я был на протесте в июле и видел, как передо мной десятками, сотнями людей заталкивали в эти автозаки и увозили куда-то. Я думал, а куда их увозят? Так много людей. Их же некуда будет класть, этих людей. Тюрьм-то немного у нас. И вот появилась эта идея, что если места в тюрьмах для политзаключенных закончились, и ОМОНовцам приходится брать домой задержанных на передержку. И появилась эта первая история для нашего будущего сериала «Процесса». И мы решили, что нужно придумать такие автономные законченные истории, которые сложатся в цельный сериал, как «Черное зеркало» или «Сумеречная зона». И предложили Белсату, Белсат согласился. Мы договорились, что в марте 2022 года обязательно еще раз об этом поговорим и, возможно, запустим наш сериал. А потом началась война, и наш сериал решили не запускать в производство, потому что он был сатирическим и комедийным. А тогда ничего такого не нужно было бы, как будто нашему зрителю. И мы запитчили еще раз эту идею о том, что наш сериал «Процессы», он важен, он, несмотря на то, что является сатирой с вставками черного юмора, как раз именно такое и важно сегодняшнему зрителю, потому что мировые примеры существуют, такие как фильм Чаплина или фильм Кубрика про атомную бомбу, когда поднимается такая острая тема через сатиру и комедию во времена
максимального кризиса в мире. И вот нашу, наш сериал одобрили, мы решили, что мы можем снять несколько серий, и на данный момент мы сняли для первого сезона 4 эпизода. 4 эпизода, которые выйдут в конце этого года. Слушайте, да. Да, они выйдут в конце этого года, то есть пока же нигде нельзя посмотреть, это только вот идет просто работа сейчас, да? У меня вот такой вопрос... Мы сняли первую новеллу, вот эту, о которой я рассказал, называется «Передержка», в августе прошлого года. И мы уже успели ее показать на нескольких фестивалях. Мы показали ее на фестивале «Бульба Муви» в Польше, мы показали ее на одном европейском фестивале, про который я еще, может быть, когда-нибудь расскажу, не в этом эфире. Мы показали новеллу на американском фестивале, и сейчас, в конце сентября, «Передержка» будет показана снова на американском кинофестивале Fantastic Fest в Техасе. Это фестиваль, соорганизатор которого Элайджа Вуд. Это фестиваль жанрового кино. Это третий фестиваль в Америке по жанровому кино после фестиваля Торонто и Санденс. И очень надеемся, что мы получим какой-то фидбэк от этого фестиваля. И другие новеллы мы тоже планируем показывать по фестивалям до премьер в интернете в конце этого года. А на Netflix не? Очень хотелось бы, мы еще с ними поговорим. Хорошо. Так угрожающе на Netflix еще так. Я вот что хотел спросить, то есть, ну, там нас смотрят люди в Беларуси, и мы радостно возим картину по фестивалям. А где посмотреть-то? Где посмотреть? Интернет. Мы все для зрителей делаем. Мы можно будет в интернете. Изначально согласились на условия того, что... это не будет сериал или антология, который мы будем 2 или 3 года возить по кинофестивалям в Европе и Штатах. Мы хотим показать эти новеллы зрителям в первую очередь. Когда мы задумывали с Мишей этот сериал, мы думали, что это будет такая фантастическая сатира с размышлением на тему. Мы придумывали элементы реальности, которых не может существовать. Процессы, ну, это о том, до чего могут эти абсурдные процессы довести в Беларуси и в Украине, в России. Так, когда началась война, все полетело, и мы перестали догонять реальность. Теперь такое ощущение, что процессы — это документалка. И мы хотим быстрее показать зрителю, чтобы процессы не утратили актуальность. Где посмотреть? На Белсате можно это увидеть? Да, все верно, на Белсате. Ну, на сайте есть. Хорошо, это я для зрителей, чтобы ну, было понятно, о чем идет речь. Мы уже выпустили тизер. Позавчера появился официальный тизер всего сериала. Он тоже есть на YouTube-канале Белсата и в социальных сетях Белсата. Везде у Белсата есть. Ну, ссылочку дадим, вот мы в чат сейчас закинем. Слушайте, я хотел опрос такой, сейчас мы проверим наших зрителей, а их у нас сейчас больше... Да, 2227 в прямом, вот прям онлайн. Это хорошо. И 600 вот этих 11 лайков. Поставьте лайк. Ну что это? Не, ну в самом деле, вот, знаете, я говорю, я к совести призываю каждый эфир. Бесполезно, надо угрожать. Да. Ну, не поставите лайк? Ну, что ж. Что ж. Бог вам судья. Да. Значит, Андрей, я хочу сейчас проверить наших зрителей на... Я даже не знаю, на что... Вопрос такой хочу задать. Как вы считаете, в то время, когда по белорусским тюрьмам в адских условиях сидят люди, нормальные, адекватные люди, шутить на эту тему в кино, это норм? Или это зашквар? Или... А вот два варианта. Угу. Или так, норм, зашквар, или прям только так и надо? Вот давайте такой вариант еще. Только так. Только так и надо. Вот такой опрос я хочу попросить нашего режиссера запустить. А вы как, когда вы начинали, да, этот проект, не было у вас такого сомнения, что заклюют? Ну, действительно, как про войну сейчас снимать, да? Давайте снимем там забавный фильм про Бучу. Ну, у нас не забавный фильм. Мы, когда начинали с Мишей обсуждать эту концепцию процессов в 2021 году, тогда еще казалось, что мы можем снять нечто исключительно сатирическое, такое, может быть, немножко скетчевое, анекдотичное. Но когда приступили к разработке этого сериала в 2022 году, поняли, что это жесткая драма, это хардкор, это триллер, хоррор. На показах фильма «Передержка» в кинотеатрах зрители белорусские смеются до середины.
потом перестают смеяться, потом это становится страшно, становится неуютно, и хочется отрефлексировать эти произошедшие события. И мы не стараемся усмешнять историю, мы не стараемся развеселить зрителя, мы не стараемся как-то показать, что эта тема может быть веселой, ни разу. И мы, наверное, заманиваем немножко в ловушку зрителя жанром. Мы показываем вначале, что это не какая-то артхаусная, сугубо драматическая история. Это история, которая сделана с точки зрения жанра. И зритель тогда легче воспринимает этот мотив, легче воспринимает тему, которую мы затрагиваем, и тогда погружается в наш фильм охотнее. И вот с середины нашего фильма «Передержка» зритель оказывается в такой ситуации, когда юмор сменяется какой-то трагедией, какой-то драмой и триллером, и тогда становится неуютно, и нужно это как-то рефлексировать. И у нас 4 новеллы, они разные по сути, жанру, по форме. У нас новеллы от 20 до 35 минут. Последняя новелла, в которой снималась Яна Троянова, это новелла самая такая сложная и драматичная. Она неуютная и лишенная юмора не до конца, но все же тема там достаточно тяжелая, потому что Яна Троянова играет эту работницу белорусского магазина, которая уже год не видела сына, и она уверена, что он уехал на учения, и вот он ей звонит, а она вместо его голоса слышит выстрелы, взрывы и крики, и все, и телефонный разговор обрывается, и она не может ему дозвониться, и думает, что все, он пропал, а ей все вокруг, и подруги, и начальница, и люди из телевизора, и власть говорит, что да нет никакой войны, что ты придумываешь, что ты в своих телеграм-чатах сидишь, ее не существует. И, ну, не палите, не палите. Потому не что уже хочется посмотреть, а вы сейчас все расскажете. Действительно, да, хочется посмотреть. То есть до Нового года можно будет на Белсате увидеть все эти эпизоды. Да, да, да. И по поводу Яны, как и по поводу всех остальных, я хотел рассказать, что мы написали ей письмо, я написал ей письмо по почте и прислал ей первую новеллу «Передержку», прислал сценарий вот этой последней новеллы, которая называется «Программа передач», и ей понравилось, она как-то увидела в нашем с Мишей сценарии некий потенциал, который она хотела бы изобразить в своей роли, и у нас достаточно легко прошло общение. У меня даже нет никакой интересной истории того, как мы встретились с Яной Трояновой, как мы ее уговорили сниматься. Все произошло достаточно быстро и легко. И мне очень понравилось работать со всеми актерами, которые у нас присутствовали. У нас и Олег Гарбус, и Игорь Сегов, и Валентина Горцуева, и Зоя Белохвостик, и Андрей Новик. И для меня огромное счастье, что мы смогли поработать со всеми этими актерами и показать, не знаю, по крайней мере, мой режиссерский максимум на этот момент. Я очень хочу продолжение, и мы думаем сделать это продолжение, потому что первый сезон процессов мы с Мишей задумывали как точка зрения такой темной стороны. У нас новелла про ОМОНовца, про чиновника, про сотрудника КГБ и про ебатьку. И вот мы показываем, как вот за этой стороной происходят события, какие там процессы происходят. А вот второй сезон хочется посмотреть с другой стороны. А где вы снимали? Мы снимали все в Варшаве, и мы столкнулись с небольшой проблемой того, что в Варшаве не так-то просто найти Беларусь, как оказалось, но огромное количество времени у нас ушло на поиски локаций, декораций и утверждения с местными властями, но все прошло хорошо. А гонорар Троянова там не сильно, ну, как бы... Как, не... А я не знаю. Я бы рассказал все назвал бы фамилии, все бы рассказал как на духу. Но это не ваше дело, как бы, да, получается? То есть там продюсер работает? Нет, это не мое дело, я не знаю. Я знаю, что переговоры прошли легко и просто, я знаю, что...
нам всем нравилось работать над материалом. Я думаю, всей группе нравился бэкграунд Трояновой со страной Оз. Все были в восторге от страны Оз на площадке. Мы часто говорили об этом. Яне нравился наш материал. Она часто называла нас с Мишей Ильф и Петров. Вот. Ничего себе, это большой комплимент от такого человека. Вот к опросу давайте вернемся. Уже проголосовал порядочно людей, почти 200 человек. И опрос звучал так. Пока в тюрьмах Беларуси так много политических заключенных, уместно ли шутить на тему репрессий? И 44%, это большинство из проголосовавших, считает, что да, конечно, норм, потому что это терапия. Далее на втором месте 29%. Бывают такие люди неопределенного типа, ни богу свечка, ни черту кочерга. Вот они примерно, проголосовали да. за вариант «зависит от конкретного случая». 15% говорят, что только так и надо, и 12% считают, что это зашквар. Да, ну, конечно, мнения разделились, да, но все-таки большинство за то, что шутить надо. Вы знаете, вот я вчера смотрел интервью Германа, Алексея Германа, старшего замечательного режиссера, и он такую замечательную фразу произнес. «Искусство — это про человеколюбие, оно основываясь на ненависти, никакого искусства не создашь». И вот, да, когда вы делаете такие вещи, как то, что вы делаете, когда там разнообразие жанров, там тебе и юмор, там тебе и драма, и все остальное, все равно вы это делаете, основываясь на любви. Но вот дальше у меня вопрос, а любви к кому? Когда вы говорите, что ваши центральные персонажи в там, новеллах, это ОМОНовец, это я батька, там, вы чиновник их тоже, понимаете, да. Вы их чувствуете, вы их любите так по-христиански. Вот что это, как можно основываться на любви и снимать про ебатьку, извините. Мы в первую очередь, по крайней мере, я основываюсь на любви к кино, в первую очередь. Я люблю кино очень сильно, люблю его с 6 лет, с того момента, как посмотрел «Терминатор 2. Судный день», и люблю его до сих пор, еще больше и больше с каждым днем, и у меня вот эта любовь подогревает снимать то, что мы делаем. По поводу наших персонажей, у нас не было задачи, кстати, сделать ОМОНовца человеком, вот такого точно не было. Мы, наоборот, хотели, чтобы вот эта история про ОМОНовца, например, была максимально лаконичной и как будто выжатой, как будто оттуда воздух выкачали. Его зовут, например, все Николай. К нему все обращаются Николай, потому что к нему жена обращается Николай. Он как будто бы не человек, как будто он функция какая-то. Мы не думали сделать из него такого персонажа, который на самом деле мучается и рефлексирует. Нет, относились к нему как к персонажу, которого можно любить, как и всех остальных. Как любить сцену, как любить монтажный стык. Вот скорее так, нечто функциональное. Большинство этих новелл из первого сезона мы делали так, немножко отстраняясь от этих персонажей. Решил брать подход Пола Верховена из его фантастической трилогии «Робокоп», «Вспомнить все», «Звездный десант», где он делал такую сатиру на пропаганду, на американский строй. У нас нечто похожее. То есть он этих персонажей воспринимал как функции. Но при этом зритель может подключаться к этим персонажам. У нас приблизительно так. А что касается «Я батьки», то там мы как раз зашли чуть дальше и зашли ближе к классической драматургии, когда у этой «Я батьки» есть некая арка, которую она проходит. И это «Я батька» все-таки, у которой пропал сын. И что она будет с этим делать? И мы погружаемся в ее состояние чуть глубже, чем в персонажей других новелл. И там как раз удалось нащупать вот эту вот, может быть, какую-то жалость к персонажу, какое-то подключение к этому персонажу. Невозможно переживать матери, которая потеряла сына, мне кажется. И несмотря на то, что мы действительно получали удовольствие на съемках, мы действительно веселились и радовались, когда мы увидели материал, то стало как-то не так радостно из-за того, какая там поднимается тема. И мы надеемся, что, наверное, зритель считает в первую очередь эту эмоцию, которую мы пытались закладывать туда. Эмоцию, вот Герман сказал про ненависть, невозможно на ненависти сделать произведение искусства, да, или фильм. Мы скорее, мне кажется, использовали
такую здоровую агрессию, злость на то, что происходит вокруг, на режим, на несправедливость, на то, что мы не в своей стране, на то, что мы как будто ничего не можем сделать с тем, что происходит. И вот эта злость нас подпитывала вот, снимать нечто, что поможет нам справиться с этим состоянием. То есть делать, по сути, наверное, терапевтическое кино. Ну, ясно. Он тут вот... Полез в чат, да? Полез в чат. Вот ни... 2 недели не лез в чат. Нормально жил, спокойно засыпал, все. Нет, полез в чат. И что тебе тут? Коли режиссер тлумачит, что он хотел показать, это фейл, пишет нам, очевидно, Тарковский не помер. Тарковский переселился на необитаемый остров. И сейчас выступает под ником? Харри Дэвидсон. Ну? Харри Дэвидсон. И... Да, у человека 5 золотых пальмовых ветвей, 4 берлинских медведя. И это только за прошлый год. Только за прошлый год, да. И вот он пишет, что, ну, конечно, коли режиссер тлумачит, что он хотел показать, это фейл. Да. А вот я, и вот я говорю, я вчера Германа смотрю, и стоит Герман, и фейлит. Думаю, боже что? Мой, ну. Какое говно этот Герман. А Харри Дэвидсон, спасибо, что бы мы без вас сделали? Так, спасибо, чат. Подожди, а вот Лесли Найф пишет. Знаете, кто такие Лесли Найф? Не знает Андрей Лесли Найфа. Не знает. Не знает. Ну, это легенда метал-сцены белорусской. Вообще метала мирового. Да. Из Беларуси. Godstower. Да, группа гомельская. Godel Technologies. И вось пишет Лесли Найф. Мне здається, кинематограф наш летально русифікаваны. Без русского нават кадр не здымается. Без русского, ага. Без русского, ага, да. Ну, вот, что вы скажете? Есть же проблема, можно правда? Можно отвечать на это. Я думаю, что вот этот предыдущий оратор, который рассказывал про фейл, я скорее на его стороне. Мне кажется, действительно, что режиссеру не стоит объяснять, что он пытался снять. И я в данном случае скорее объяснял, что мы какие цели преследовали на самих съемках. Я не пытаюсь интерпретировать получившийся материал. Мне кажется, что это задача зрителя, задача критиков. И очень надеюсь, что все наши зрители, которые нас сейчас смотрят, или многие из них, или комментаторы посмотрят в итоге процессы и сами для себя решат, нравится это им или нет, и как это интерпретировать. Я раз на это понятие... Андрей, простите, я вас перебью, влезу. Вот меня ну что ты? Режиссеру там... Ну, мне кажется, вот то, что нужно или не нужно режиссеру, решает сам режиссер. Вот прежде всего. Ну, или так. Ну, как бы... Может быть, хочу так. Но я согласен, хочу, я согласен, что если режиссер объясняет... особенно после просмотра, что он имел в виду, когда снимал этот фильм, то, наверное, что-то пошло не так, ведь надо объяснять что-то. Вы знаете, разные касается... бывают истории. Вот вас сейчас, вот вы сейчас не объяснили бы людям, а люди бы посмотрели. Опять же, возвращаясь к истории того же Германа, который в 98 году показал «Хрусталев машину» на Каннском фестивале. Встали, засвистели, что зрители, что жюри. Герман туда себя чуть руки не наложил. А через полгода выходит «Либерасьон». И пишет, мы должны стать на колени перед этим мастером, мы должны извиниться за то, что мы были такими дикарями. И дальше пошло-поехало. То есть, да, он вот вовремя не объяснил, понимаешь? То есть, может быть, иногда и объяснить вовремя тоже было бы неплохо дуракам. Я думаю, что это вопрос продвижения. Вопрос, наверное, к тем, кто занимается промоцией, к продюсерам. Вот они могут объяснять. Вопрос к трейлерам, к тизерам, к промо-роликам. Тоже верно. Скорее так, и зритель тогда охотнее посмотрит. Кто тогда посмотрел «Хрусталев машину», кроме зрителей Каннского фестиваля? Мне кажется, никто больше. И больших критиков. Вот, никто просто не увидел фильм, никому не показали, не объяснили, что это может быть важно и интересно. Наверное, как-то так. И это не проблема Германа. А что касается русифицированного кадра, да, там что-то было про да, сейчас... Сейчас, наверное, действительно в Беларуси так особенно ничего не снимается без русского влияния, ничего, наверное, не делается без влияния со стороны России. Что касается нашего сериала, то тут я, конечно, поспорю, в зависимости от того, что имелось в виду. Имелся ли в виду наш сериал, конкретные процессы. И, наверное, мы будем об этом спорить еще долго и много, когда сериал выйдет, и поговорим об этом отдельно. Вот когда люди увидят, потому что сейчас мы на таком этапе, что сериал выйдет только через 3 или 4 месяца,
и никто его не видел, кроме меня. Только я его могу интерпретировать из участников этой студии. Так ну, что тут даже хотел, если... Тут... Главный вопрос, вот Троянова у вас. Ну, крутая, но... крутая. Я вот ее обожаю прям. Но Троянова русская. Неужели не нашлось белорусской актрисы толковой на главную роль, да? Нашлись, они нашлись, и все очень классные актрисы, и мало того, у нас очень много, в принципе, классных актрис в сериале «Процесс». Но играет Троянова. Я для себя открыл, да, в одной из четырех новелл, и я для себя открыл несколько очень классных белорусских актрис. Мало того, на эту роль, которую мы предложили Трояновой, мы, конечно же, рассматривали белорусских актрис, и мы очень хотели, чтобы определенные белорусские актрисы играли в нашем фильме, но мы составили топ-3, три очень классные, профессиональные, большие актрисы могли бы сыграть эту роль, а они не могут. И знаете почему? Заняты в съемках. Почти, они в Беларуси. Да, мы совершенно упустили, что так, да. Что это может быть. И один из больших, то есть у нас не только русская актриса снималась, у нас и польская актриса снималась, и польский актер снимался, и украинские актрисы снимались, у нас несколько украинских актрис в кадре, и украинский актер очень прекрасно снимался. И мы скорее подбирали тех, кто с нами рядом, кто готов, кто может, кто может к нам присоединиться. Это тоже был один из факторов. То есть первый фактор, который мы смотрели, это подходит ли актер или актриса на эту определенную роль, как она сочетается или он с этой ролью. И один из также важных факторов – это возможность сыграть в нашем сериале. Потому что в нашем сериале поднимаются такие темы, после которых невозможно вернуться, мне кажется, ни в Беларусь, ни в Россию без каких-то последствий. Там... Разве что паспорт поменять. Да. Если только паспорт поменять. Если только паспорт поменять, да. А у вас, кстати, как, извините за офф-топ, ну, там, как, вот, вам когда мой... возвращаться? Да, это от нас к вам поехало. Тут за по всей Варшаве эти мигалки, да, да. Выборы скоро. Мне в 27-м году. ОМОН ездит, людей бьет. Ну... Еще серию снять успеете? Миша пораньше, мне кажется, что у него паспорт закончится до съемок второго сезона «Процесса». Ну, без паспорта вы же его возьмете в съемки? Запротоколируете? Ладно. Ну, мы с Мишей написали 10 историй для «Процессов», 10 разных историй, и хочется все эти истории воплотить, конечно. Мы воплотили всего 4 истории, и для второго сезона мы сейчас просто занимаемся тем, что отбираем те истории, которые у нас есть, и так как сменилась актуальность в нашей реальности, мы подбираем новые истории. И так вышло, что первый сезон, он взаимосвязан. То есть можно посмотреть 4 серии в разном порядке и понять, что там происходит. А можно посмотреть одну серию и там, вторую и четвертую, и тоже понять, что происходит. Но если посмотреть все 4, все 4, то сложится общая большая история, так как персонажи некоторые появляются в разных новеллах. Это все-таки один мир, один сеттинг, не так, как в «Черном зеркале», где каждая серия — это разные абсолютные истории. У нас все истории происходят в одном мире и приблизительно в одно время. Некоторые персонажи появляются в нескольких новеллах. Тлумачэнне пачу, астатнія паглядзім. Дзякуй. Пісала вам Леслі Найфт. А скажыце, Андрей, фільм на рускім языке, на мове или на трасянке? Як яно выходзіць? Там, мне кажется, 80%, может быть, больше, это русский язык, и есть белорусская мова, так. Так как мы, я уже сказал, перешли на сторону зла, нам было интересно изучить, вот, в первую очередь, режим, то мы шли с точки зрения Толкина. Мы нашу первую новеллу начинали с того, как Толкин начинал. То есть он писал «Властелин колец», используя, например, придумывая на ходу эльфийский язык. Или в нашем случае язык орков. И мы придумали язык орков, язык омоновцев. Наш сценарий передержки состоял на 80% исключительно из матов. И мы не могли там себе позволить белорусскую мову вкладывать в уста ОМОНовца, чиновника или там генерала КГБ. Но есть персонажи, которые, естественно, говорят на белорусской мове, они там появляются, и мы специально как будто не заостряем на них внимание, но очень хотим заострить в будущем. Все как в жизни, правда? Да. Все как да. у нас. Все как у людей. Слушайте, сейчас
вспомнить надо, хотелось бы вспомнить все ваши, так сказать, все, осветить все аспекты вашей многогранной личности. Вот, вот Елена Желудок, знаменитая шучинщина, да, она же обязана вам своим... Шиншины пролетели кукушкой. Сейчас поговорим, я хотел про желудок. Это правда, что вот Лена Зуй говорила, что вы показывали ей, когда придумывали этот образ, показывали ей Ксению Дегелько? Я напомню нашим зрителям, просто чтобы было понятно, о чем откуда, кто такая Ксения? Чтобы в достатке жил Беларусь. Я из деревни. Даешь процветание. Ну, такая вот... Помню, да? Да? На ней основан образ желудок, да? А, секундочку, мы ведь переходим с темы процессов на тему чинчинов, правильно? Ну, как хотите. Простите, вот вопрос. У меня другой образ для чинчинов. А, все, понял. Но у нас совсем мало, 3 минутки у нас буквально осталось. Вот нам надо. Да, Дегелько, да, есть такое. Я хотел, чтобы у нас была основа для Елены Желудок, но я скинул Елене этот ролик, чтобы она посмотрела и что-то скопировала, но уже когда мы сняли Шучиншину, Лена открыла нашу переписку и увидела, что я ей что-то скинул. А, вот так. Я посмотрела после. Ксюшу Дегелько не жалко? Да нет, чего? Я был подписан на нее в Инстаграме. Мы хотели сделать с ней коллаборацию. Я видел, как она живет. В общем, у нее все хорошо. У нее очень красивые снимки. Она постит свои ноги, свои отдыхи, своих детей, кажется, мужа. Я думаю, что у нее все хорошо. Мне за нее радостно. Когда я этот клип смотрю, пересматриваю, как-то, знаете... Ну так когда это было? Все же поменялось. Она же ребенок. Ну давайте про кукушку. А у нас вышел фильм. У нас с чинчинами вышел фильм. Ненавязчиво наш гость, так сказать, решил перейти к теме. Чинчины пролетели... Кукушкой. Да. Еще раз. Сделайте скриншоты, пожалуйста. Чинчины пролетели кукушкой. Ну, да, у нас вот либо 30-го, либо 31 августа вышел короткометражный фильм на канале Чинчин Ченнел. Это первый наш короткометражный фильм за всю историю существования канала. А этой истории то ли 3, то ли 4 года, никто точно не знает. И это фильм про Ляцкую психиатрическую больницу, то есть про всех нас. Про то, как Елена Желудок потеряла свой голос, она не может петь, а чиновники, вот эти ляцкие чинчины, хотят, чтобы она спела на празднике соединения двух больших стран. И вот они приезжают к ней в лечебницу, а она, видите ли, голос потеряла, что ж такое? И они хотят, знаете, сделать ей лоботомию. Вот такой сюжет. И этот фильм есть на Ютубе, его можно смотреть. Мало того... Наш фильм уже успели оценить Антон Долин, Драк Мирзализаде, Левчук, Мелкозеров и кто только не. Поэтому почему бы вам не оценить, если вот эти перечисленные выше... Круто, оценить? Круто, да. На канале Чинчин Ченнел мы сейчас же дадим ссылку на канал. Обязательно, тут же. И да. Такие стикеры. Смотрите, это стикеры. А, так вы подготовились нормально, я смотрю, так к премьерам. Да. Ну вот, уверенные. Да, вы не дети. Видите еще, что у меня ниже пояса. Не видим, если больше 3 минут. Ну да, да. Что ж можно показывать 3 минуты, то, что ниже пояса? Слушайте, уже совсем, да. Тут женщины уже ликуют. Все, спасибо вам огромное, Андрей. Хотя кучу вопросов еще не задал, но я надеюсь, до следующего раза найдете минуточку. До следующего раза, да.